Всем привет, ребята, поиграем в Норсгард. Решил посмотреть, что за клан Ворона такой. Никогда не играл за него. Вот решил первую партию сыграть. Возможно, интересный, кто играл, расскажите. Первый раз играю. Ну и вначале вы там видели рейтинги у людей. Это тут новый сезон начался, поэтому они, по-моему, половинились. Так что не смущайтесь, что там есть несколько деревяшек. Да и я камень, а не железо. Новый сезон, новый рейтинг. Главное, что карта сложная. Рагнарёк, уровень сложности смертельный. В общем, по хардкору. Все как я люблю. Аж три ворона на карте будет, тоже прикольно. Я люблю, когда несколько ворон есть. Во-первых, можно кооперироваться рейдами. Хотя, что я рассказываю, я же не умею за него играть. Сорян. Два оленя и одна лошадь. Хотя, мне кажется, все-таки интереснее, когда разные совершенно кланы играют. Ну, вот так у нас получилось. Так, что я... А, там лесоруба, что-то я вам рассказываю, пропустил, а что я строю. Как какой-то большой прям тайл у меня здесь центральный. Большие расстояния просто между зданиями. Так. Шли исследовать территории. Вот тут видно, что будут руины. Уже приятно. Мне было бы круче кораблекрушение, конечно. Для ворона кораблекрушение — это вообще идеальный старт. Тут один волк у нас. И тут один волк, блин. Две территории открыл, которые заняты врагами пока. И вот здесь какие-то нейтральные монстры. Не вижу пока какие. Ну, просто хотелось бы открыть территории, которые можно присоединять сразу. Благодаря этому вы получаете... О, отлично. Отлично. Слушайте, так тут прям... Здорово, у меня прям и кораблекрушение, и руины сразу. Идеальный старт. Мне бы еще овечек, если бы еще было, но походу нету овечек. Сразу это добываем. Так, давайте... Дерево. Тут поставим военный лагерь. Да, есть проблема. У меня только две территории под гавани. Это мало для ворона. Должно быть три. И это проблема реально, потому что мне моряки дают бонус к силе еще. Кроме того, что деньги и науку, они еще бонус к силе. Мне как минимум 10 моряков надо, а на две гавани, на двух гавани я только 8 смогу поставить. То есть я 4% силы, вот смотрите, вот здесь в улучшенном снаряжении не досчитаюсь. Неприятненько. Ладно, пора ставить военный лагерь уже. Один волк, один волк. Вообще, по идее, я оба этих волка я могу зачистить всего одним воином. Мне бы еще центр карты найти. Вот тут, кстати, скорее всего, вот это тупиковое. Они сейчас даже не пойду туда исследовать. Сразу пойду центр. А, вот эти две овечки. Отлично. Хорошо, но... Отсутствие еще одной гавани... Блин. Бежит уже кушать меня серенький волчок. Так, все исследовано. Пошли центр карты искать. Учебный лагерь готов. Сразу давайте гавань. Ну и давайте, наверное... Все-таки двумя воинами, раз мне этого ранили.
Может быть, тут где-нибудь еще просто два волка, а здесь... Ну, эту территорию все равно надо сразу брать. Тем более, тут две овцы. Так. Давайте тут дом. А здесь сразу оленеводов. О, блин, вот это точно гоблины. Видите, они тут появились. Ага, тут чисто медведи. Ну, значит, вот эту территорию можно зачистить. Хватит ли мне... Блин, уже не хватает еды. Ладно, придется одну овечку зарезать. Мне, по идее, двух воинов должно хватить против... А где еще один волк? Вы видите? Второго волка. Ага, они тут рядом стоят. Ну, давайте, микроконтроль, Отлично, все, пускай убиваются от медведя. И в еду. И теперь надо бы... Да? Где может быть центр карты? В эту сторону, я думаю. Или вот это? Вот центр карты. Отлично. Увидел его. Так. Что мы следующее? Наверное, давайте добычу железа. Чтобы берсер... Хотя, мне это не так сильно надо, с другой стороны. Я бы лучше... Да, наверное, давайте... Создадим... лесорубочную, потому что дерева тут надо много. Так, а вот это эльфы, кстати, и они будут набегать. Мне вот тут надо поставить башню, и все будет зашибись вообще. Давай центр карты. Да, отлично. Так, дерево и это дерево. Блин, одна овечка, хватит ли мне этого? Ну, я сейчас тут еще поставлю оленеводов. Не думаю, что уже сейчас побегут на меня эльфы. Одну зиму так мы точно переживем. Так, я думаю, можно начинать уже исследовать. Я вот тут башню поставлю, вообще буду защищен. Вот эту территорию я открою чуть позже. Мне достаточно берсерка тут, наверное. Блин, минус 3 не очень приятно, конечно. Всего одна овечка, ну... Я не думаю, что у нас большое потребление будет зимой. Сначала надо склады будет делать. Хотя, блин, может все-таки башню и успокоиться. Минус 3. Нормально, давайте башню. То есть у меня за счет овечки... Не так сильно будет меня. Овечку придется зарезать зимой. Ну, сейчас мы накопим и на склады тоже. Тут склады расставим.
Нормально, не, стартанули неплохо. Видите, сразу я как лидирую по славе. Я вообще могу вот эту территорию забрать. Слушайте, а давайте я ее заберу и здесь поставлю, блин. Это просто даст мне славу. Даст мне славу. Соответственно, меня быстрее. Ну, то есть 20 славы. И я надеюсь, с зимой... Так, давайте сразу, наверное, склад. Летом добить до 100 еды, праздник провести. Это, соответственно, 200 славы. И у меня 3 жителя будет. Ну что, мне какая разница, эту территорию или эту закрывать? Тут даже лучше. Так, давайте, наверное, железо. Надо 5 железа хотя бы добыть, чтобы берсерка купить. Все, защищен. Ну, надо бы, конечно, все-таки эту территорию открыть, но это... Хотя, слушайте, давайте сейчас я одного лесоруба туда отправлю. Он, территория, конечно, может и гаванью открыться, но это рандом, на самом деле, какая... Что откроется и где. Я бы хотел тут увидеть уже, что у меня здесь конкретно. Ну, точнее, я знаю, что у меня драугры, но сколько их, что они защищают... Я себе басы там у кого-то на улице валят. Видите, плюс 6. Сейчас еще тут склад поставлю. Вон эльфы куда-то на кого-то побежали нападать. Так, давайте я хочу быстрее тут добыть это все железо, выюзать. От нейро кузнецов-то поставлю. Блин, да ладно, есть еще дальше проход. Блин, вот это плохо. Я думал, я с одной стороны... У меня только проход оттуда. Ну хотя тут только два драугра, это не страшно. На самом деле. Так, ну давайте тут склад. И надо камень добывать. Так, можно еще, кстати, одного. Блин, что-то не хватает чуть-чуть. Так, давайте мы на славу тут переключим. Я хочу быстрее 200 славы получить, чтобы 3 жителей. 3 жителя было. Так, надо, наверное, сейчас... гавань еще одну поставить, потому что это счастье дает дополнительно мне. Медленно слава накапливается, блин. Не, то, что я эту территорию взял, это правильно. Это проще... и отбиваться. Так, ну вот это надо зачистить. А, нет, все-таки тупиковая. Отлично, слушайте. Вот это очень хорошо. У меня тут территория такая есть. А, зачем я туда бегу? Я бы, конечно, тут камень добыть именно здесь побыстрее. Так, наверное, надо...
Конечно, надо зачистить там драугров, но... Я не хочу, чтобы меня ранены, у меня пока лекарей нету. Нет, нет, все-таки давайте там поставлю. Я хочу... Вот у меня еще будет два камня. Вот тут камень и тут, но эти, ну, защищенные, понимаете? А сюда будут постоянно набегать. Поэтому, желательно здесь быстрее камень добыть и успокоиться. Так, пожалуй, у меня лишние дровосеки. Вон. Скауты фиолетового бегают. Так, ну, конечно, главное, я буду от эльфов тут. Блин, этот олень даже раньше получил. Черный ворон решил через торговую победу поиграть. Ну, удачи, удачи. Блин, когда я Тана получу-то? Как кузнеца надо. Все, переключаем на науку. Видите, нехватка счастья. Именно из-за того, что мне не хватает... побережий. Плохо, плохо. Так, ну, мне, видимо, придется сбегать сюда и зачистить территорию, потеряв одного... один юнит потеряв. Надеюсь, не решат сейчас на меня эльфы напасть. Ну, у меня, потому что, видите, один житель лишний. Я пока не могу апнуть ничего. Мне, то есть сначала надо ратушу апнуть. Это еще 8 камня дождаться. Потом только гавань. Так, давайте, давайте так. Микроконтроль. Я сейчас попытаюсь обе области зачистить. Так, вот у меня будет сейчас минус, пощадь. Да ладно, блин. Кот же, они же рядом куда-нибудь. Так вот в обход побежали, ну. Вообще в какой-то обход. Происходит. Ну куда? Блин. Два раненых. Так, мне нужны лекари, значит. Причем, видимо, вот тут надо будет ставить. Что-то очень рано решили черного убивать. А, блин. Ну ладно, я зачищу этих волков. Ну и тебе счастье вернулось. Так, все сделали пока. Вот, ничего дела. Апаем ратушу. 125. Так, мне надо больше...
сначала оленеводов полечим. Наука. Тут наука и так стоит, да? Так, на самом деле все пока неплохо. Осталось вот тут апнуть, чтобы у меня какое-то счастье появилось. Немножко я по науке отстаю, но я вот здесь, я сейчас вот добуду, например, здесь камень, могу тут оставить, чтобы науку немножко догнать, потому что я переключался здесь на славу. Знаете, почему? Мне кажется, мне не хватило побережья, потому что слишком много кланов ворон в игре. И они как бы... подзабрали у меня. Сколько тут еще камней? Ну, задумай, три места на рождение камня. Тоже круто. Блин, павший. В конце зимы. Ладно, мы переживем. Чувак, я заметил, что они ненавидят черных. Черный ворон говорит, они просто ненавидят черных. Смешно, да. Так, давайте заберем эту площадь. Во-первых, мне даст науки, кстати. Просто даже колонизация. 100 науки. А потом мы его вылечим, он еще даст. А, черный ворон вот тут, как бы, типа рядом со мной, но мне до него, и к нему через эльфа надо, и через эльфов. Это тяжеловато. Так, надо апать лесорубов. Ну, Брагафолд, да, на победу торговым путем, ну, это он зря. Сейчас немножко сложновато. Сразу все вокруг. Надо убить всех. Его надо обязательно убить. Кровожадные. Так мало дерева капает. Я понимаю, что зима, но у меня все-таки 4 этих. Это, кстати, классно, что он сейчас будет исследовать тоже территорию. По науке. Ну, по науке, в принципе, недалеко я. А где синий, который тут впереди? Он, видимо, вот здесь. Да, вот тут он. Ага. Ага. Так. Апгрейд лесорубов. Да, тут камень нет. Что, нормально. Еще хватит апнуть. Так, куда? Сюда нападают. Лесорубы, они самые сильные из невоенных юнитов у вас. Они считаются с топорами, это им дает, кстати, у лесорубов 6 атака, 4 защита, а, например, там, не знаю, просто этот 5 атака, 4 защиты. Huh?
Так, сейчас нам надо быстрее апнуть. Что у нас большие проблемы со счастьем будут. Вообще, давайте я пир проведу. Как раз немножко уберем несчастье. И... ап гавани. Так, дальше надо апать вот этих ребят. И отлично, собрали. Не буду пока. Мне не хватает жителей для научных штук. Надо тут добывать камень. Даже нет, тут сначала надо добывать камень, потому что у меня три ворона, они могут начать рейды пускать мне. Вот тут, где камень есть. Красный с зеленым, что ли, воюют? Почему они прокачали себе? Видите, у меня постоянно появляется новый житель, и начинается несчастье из-за того, что у меня только две гавани, я не могу... с этим ничего сделать. Мы пойдем медведика заваливать. Там, кстати, и волков можно зачистить. У нас вообще уже территории. Ну, вообще норм. Ё-моё. Да блин, да что такое, я выбираю воина, не получается выбрать, нормально вообще? И этот еще, и этот решил. Да вы прикалываетесь. Все решили через торговлю победить. Так, ладно, мне надо слить этого воина. Подождите, 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 подождите. Надо все-таки немножко побиться. А, там зеленый с красным, мои, понятно. Два, причем это два оленя. Так. Ну, то есть, я предложил, чтобы я атаковал чудо. Ну, просто тут как бы... О, зеленый сдался. Смысл мне атаковать черного, если лидер откровенно голубой на самом деле сейчас. Не особо выгодно. Так, слушайте, если я захвачу эту территорию, мне даст это необходимое счастье?
Просто еще и территория дает счастье на самом деле. Отсюда будут волки набегать периодически. Да, да, отлично. Тогда надо тут башню просто построить и спокойно сидеть развиваться. Так, что-то слишком много дерева, прямо скажем. Так, надо тут встать. Ну и тут еще у нас эти гоблинцы тоже периодически могут мешать. Блин, ну там, конечно, черный. Идет. Ну, вообще, я не думаю, что тут какие-то проблемы будут снести черного. Там еще красный с той стороны есть. О, вулкан. Так, это будет интересно. Еще камни. То есть у меня камня вообще дофига в этой игре. Дерево будет дофига, то есть можно будет этих ребят перебросить на... Так, пожалуй, давайте уже лагеря строить. Блин, а может пройти, может пускай пока извержение пройдет. Ну, то есть, там, где я сейчас поставил два лагеря, это нормально, потому что тут еще будет по одному месту, а вот здесь пока не надо ставить. Так, давайте скаутов улучшим. Эти ребята тоже закончили. Пока не будем кузницу убирать. Если мы что-то усилим, у меня как бы камня дофига, давайте усилим эту башню. Отсюда могут быть набеги, тут просто... Эй, синий, что делаешь такой? Так, смотрим, куда упала. Это что, только одна упала? Так, мы ее туда поставил. Так, здесь, и я бы сразу еще туда одного перебрасывал, потому что далеко бежать будет, не успею собрать. И... Там, что ли, упала? Блин, ну надо зачистить волков тогда и там добыть этот камень. Потому что потом, когда появятся... Я, к сожалению, не успею, но
когда просто появится голем, да, и пять волков, это будет жопа. Кого вы атакуете? Да что происходит? О, блин, какой... Что? Зачем я это сделал? Что это за говнина сейчас была в моем исполнении? Блин, я еще и тут сейчас не соберу. Твою мать, как я сейчас залажал вообще? Какой мрак. Я там не успею собрать... Тут-то я в любом случае не успевал, но вот там я еще не успею собрать. И у меня еще берсерка нету. Просто мрак. Вообще в тему. А вот где у меня... Блин, что я... Блин. Там еще у меня камень был. А что происходит-то? Ну все, вот эта территория потеряна, к сожалению. Боже, как? Просто отвратительно сыграно. Мне надо срочно железо добывать еще вот здесь. На берсерка. Тут даже не успели хоть что-то собирать. Блин, как тупо, господи. Чё, кучу денег потерял. Ну, я хотя бы тут славу получил с другой стороны от этих волков, но тут куча денег потеряно просто. Может, хотя бы успею тут? Не, не успеваю, блин, три. Сейчас появится, блин, жопа какая. Еще минус территория, похоже. Понимаете, без берсерков тут с этими ребятами не справится. Там хотя бы еще башня стоит, которую он сейчас мне расфигачит. Ай, блин, там не знаю, сколько надо юнитов. Надо воинов 4. Тоже минус территория, блин. Как я так залажал. Пир. Две территории потеряно. Тут, наверное, я еще успею прибежать.
Все, этот свалил, и то, что мне надо, он не открыл, блин. А именно проход к черному. Так, метатели топоров. Лагерь щитоносцев. Тут зачистим. Но я не буду эту территорию забирать, чтобы особо по славе не лидировать. Так, мне надо еще домики. Так, хоры лагать. Блин. Что тут у черного вообще? У него раз, два, три, четыре. Четыре у него. Ну, мне надо больше армии. Блин, ну он уже... Он очень близок, конечно. Игра придурков. Ну и там, видимо, на синего кто-то нападает. Ну, синий тоже лидер, я, конечно, понимаю, что ему неприятно. Так. Нам надо открывать проход к... Наверное, даже шубу возьму, а не стратегию обороны. Открывать проход к серому. И, возможно, зимой побегу на него набегать. Вопрос. Ну, наверное, все-таки не через эльфов. Их очень больно убивать. Видимо, блин, да и тут. Тут, конечно, к нему хрен пройдешь. Видимо, все-таки через эльфов. Сразу были ранены, нормально. Блин, офигеть, у меня как разведчиков быстро размотало. Эльфов исследовал. Два раненых. О, синий на черного нападает. Отлично. Тогда можно отдохнуть. Так, куда они будут нападать, эти эльфы? Три штуки. Давайте, наверное, эту апну башню. Это как раз у меня такие две обороняющиеся территории. Так, ну синий, я так понимаю, там размотал. Ну просто, понимаете, когда играете в торговую победу, у вас нету денег на армию. Ты можешь один раз попытаться отбиться и все. Хрена себе. Сука, тут драугров появится.
Вау. Вот это нападение. Просто никого не осталось. Зачищай территорию и забирай, называется. Да. Ладно, я пока, наверное, одного воина оставлю. Тут вот еще от этих отбиться надо будет. Так, пожалуй, заберу территорию. Так, и мне надо башенки еще построить. Против второго. Да, это вообще просто башенки нормально. Вот сюда. А то случай, если на меня нападать будет. Но тут синий явно будет в победу славой. Играть. Чё, уже всю территорию, блин, у меня ещё даже две территории на побережье не открыты. Просто чтобы этот... И там еще кто-то появился. Так, как тут у нас дела? Хреново. Фуф. Фуф. Так, что-то у меня дофига камня. Надо домик как минимум один улучшить. У меня будет больше счастья здесь, когда я еще всю территорию открою. Так, по-моему, мы все на побережье исследовали, да? Да. Наверное, даже кузню улучшу, чтобы побыстрее это все. Ну что, попробуем эту территорию забрать? Не, не хочу. Нету смысла, пока у нас не улучшено все. Сейчас я открою вот улучшенное снаряжение. Переотправляю этих улучшать дружину. И потом реликвию делать. Тут переключаем все на славу. Вот теперь можно поиграть.
Мне надо всю территорию открыть, потому что это мне счастье дает. Продвинутые эти башни, я не думаю, что они могут пробить втроем. Тем более, пока не добегу. А, на эту реши. Ну. Сразу отремонтировать. Ахте, подождите, давайте оставим это место для реликвии. Так, тут последняя территория осталась. Где-то тут еще было, да, вот. Так, надо военные лагеря еще поулучшать. Нет, так не хватит камня. Два улучшенных лагеря достаточно. Ну все, надо, видимо, зачищать эльфов и потом гоблинов. Фиолетового вынесли эльф. Ну, я, видимо, тут и он и на синего что-то делал, нападал, но в итоге его вынесли эльфы. Отлично. Неужели не вы... Короче, надо сбегать, вынести его, значит. Нет, да почему синим-то? Почему синему дали? Вот это немножко нечестно сейчас произошло. Так, ну давайте сначала эльфов. Блин, очень-очень далеко синий по славе. Потерял. Давайте пир. Так, сначала, наверное, вот тут почистим, я заберу эту территорию. И вот тут надо сначала будет убить гоблинов. Так, скауты все сделали. Oh!
еще и овечки тем более есть. Ну просто я забираю территорию, это слава. Так, сколько мне нужно? 10 территорий. Еще 4 территории. У меня зима принята, так что мне не страшно, что тут я зимой буду нападать, например. Вообще я тут зачистил, потому что у меня тогда останется только вот эти территории зачистить, и я получу славу там. За убийство гоблинов. Давайте, наверное, построим уже алтарь конунгов. Вот это можно, кстати, удалять. А вот это посложнее тут будет, к сожалению. А, подождите, я с этого стороны могу напасть. Отлично. Блин, еды мало. У этого 1125, 85% победы. Но я зачищу гоблинов, получу славу. Алтарь даст мне славу. Где у нас? Вот он. Так, еще вот эти две территории остались. Но минус, по идее, идет, потому что у меня лекари, которые добывают еду, они, собственно, еще и лечат меня. Ладно. Мне не очень нравится, что остаток там у синего. Нет, нет, давайте мы лучше отсюда пойдем. Вот эту территорию сначала. Он меня исследует. Так, давайте, не останавливаясь, сразу этих сносим. Отлично. Так, 4 территории и 160 славы. Вот тут я могу еще славу получить, еще 30, да? Ну и, собственно, все. Эта территория славу не дает. Давайте этих зачистим. Давайте на всякий случай овец используем.
Ну, у него умер скаут. Так, ну у меня только в славе. Каждая территория еще там будет что-то давать. И апгрейд тоже что-то дает славу. Ну, в общем, это надо забирать. Три. Где-то 1200 денег. А каждая территория 20. Значит, 3 территории это 60. И апгрейд. Апгрейд. Так, у меня еще и дерево. Мне надо что-то крупное проапгрейдить, не маленькое. Давайте учебный лагерь 20. Так, значит, у меня осталось 3 территории, в общем-то, и это 60. То есть мне надо 1140, я здесь победил. У меня точно все на славу. Можно пир, кстати, еще устроить. Это еще 20. И все, это победа будет. Раз. Два. Не хватает чуть денег. Давай, давай, быстрее. 75. Фух. Почти. Мне кажется, синий слишком увлекся войнами. И, ну я, конечно, блин, такой был провал в середине игры. Просто... Я на ровном месте потерял берсерка, там две территории, просто из-за своей какой-то расхлябанности. Ну это было... Очень близко. Очень близко. Просто хочу посмотреть, как тут. Кто на... Я так понимаю, что зеленый воевал с красным постоянно. Вот, подвергается атаке зеленого. Эти тут все пока развиваются. Опять зеленый, то есть, ну да, зеленый постоянно нападал, терпит поражение. Он сдался просто. Тут фиолетовый, конечно, слабовато, видите, он ничего не делал с гоблинами. Гоблины ему закрыли территорию практически все. Но надо было их... Раньше их чистить. С ними. Ну, у меня, видите, у меня всего лишь два побережья было, в отличие от моих соперников. У ворона всех по три было. Синий пришел, вынес. Вынес черного и потом пошел на синего. Вот мне кажется. Ой, на синего, на фиолетового. Мне кажется, у фиолетового он зря. Давайте еще глянем, как тут было по. Ну, к синему все вообще зашибись. Тут красный зачем-то золото копил. А, вот он дружину сделал. В самом конце накопил денег, сделал дружину. На синего, что ли, нападал? Видимо, да. Ну, это что-то очень много, прям 2000. Предание, ну вот по славе, конечно, в конце ломанул хорошенько. О боже, сколько боевого опыта у синего.
Ну, эти два. Вот, ну, вы, конечно... Я считаю, что брать Ворона и идти в торговую победу, это, мягко говоря, всю карту на себя собрать. Что они, в общем-то, и сделали. Здесь я хочу посмотреть в конце... Да, красный напал на синего вот здесь. Ну, на меня ему просто далеко было. Да, ну. Получилось все равно забавно. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!